Первое базовое упражнение у нас это то, что собака бегает за рукой с пищей. Она понимает, что для того, чтобы получить эту еду, нужно воткнуться в руку и за этой рукой бегать. Чем дольше собака бегает, и чем более сложная траектория, по которой она ходит, тем лучше. Но не надо усложнять до такой степени, чтобы собака теряла интерес и веру в то, что она получит кусок. То есть все-таки это должно быть ей по силам. Thank you.